кое-как спустились. Тут вчера остановились, вот этот крутой обрыв с той стороны подходит. Ну тут не меньше 30, может быть, метров. Смотреть даже страшно вниз. А он рвется, он не понимает. За любой гайкой он бросится, ну что-то это мозги вылетят. Тут камень. Абсолютно во всем. Стоят корабли, вон, видать, далеко. Дальше сзади, где корабль. Вот. Корабль, видать. Если за это посмотреть, то маяк видно. Вот так маленько вперед пробишь, а это на ту сторону, направь. Вон туда, видать, маяк. Маяк севастопольский. Сейчас я ему дам рейку поставлю. Давай. Смотри. Ага. Ай, умница, ураган, умница. Вот он как поплавает. Давай, Черное море наш дорогой. Вот туда. Вот туда. Фух. Вот он забегал за палки. А он куда? Наворачивай, ну, лопатки-то работают как. Все. Сейчас я буду готовиться купаться. Надо купаться, пока народу. Вчера тут народу там зашли на пляже, везде Ялта. А луж-то не пробиться, не проехать. Ой-ой-ой, тут какая тут работа? Тут работы никакой нету. Ну, надо искупаться.